Вы сказали мне, что я как бы свои вопросы делал такими плоскими. Но как не бояться зацепить товарища? Пусть искры будут высекаться. Как это нам сделать? Я скажу тебе. Все-таки это не наш путь. Это не наш путь. Да, возбуждать товарищей именно уколами. Ну, не обязательно уколами. Ну, как сказать? Ну, это то, что называется стимулом, да, погонщик ослов. Так что же, продолжать так? Нет, пусть каждый тем, что он хочет сделать свое сердце более чувствительным, открыть его, приблизить к другому, он будет более чувствителен и раскроет эти изменения, которые есть в сердце товарища по отношению к нему, по отношению вообще ко всему. Нам не нужно так вот открывать рот и начинать говорить так вот грубо друг с другом. Нет, нет. Наоборот. Наоборот. Человек должен видеть себя, что он становится более чувствителен по отношению к товарищам, и поэтому он все больше и больше чувствует с их стороны различные изменения, различные уколы, но тем, что он становится более чувствителен, а не тем, что товарищ стал, ну, так более агрессивен.